Это стихотворение я хотела посвятить к празднику Дню Матери и тем мамам, кто воспитывает мальчишек так же, как и я. Потому что это очень непростое дело воспитать настоящих мужчин сегодня. Кто такая мама сына? Непоседы, сорванца. Это та, что под подушкой вдруг найдет часть колеса. Знает все про динозавры, экскаваторы, ковши. Стать поможет суперменом, ведь для всех сошьет плащи. И совсем не понаслышке знает, что такое шишки на коленках, голове, нервы мамы в кулаке. Мама строгая порою, но всегда с большой любовью сыновей своих растит, быть мужчинами велит.